Доброе утро всем. Услышали? Гусики. А вон они. Сегодня приплыли кошка с Линдой с утра. Детворы не было. А вон она, кнопка. Слепая. Моя, ты красавица. Ты моя хорошая. Пацанов чего-то трое только. Это прошлогодние. А вот она, девочка. Ты моя хорошая. Вот она присматривается, прислушивается. Ты мой красавчик такой. Гусечки мои. А это вот переживала, чтобы никуда не делись. Они, видать, начали летать. Ну что вы? Привет, мои гусеньки. Я ничего не взяла вам. Да, я ж не думала, чтобы уехать сюда. И мои красавицы. Вон она, маленькая девочка наша. Кнопочка. Ну, она слепая. Один глаз точно. Вот у нее нету глаза там. Вот. Гулики. Я вам ничего не принесла поесть. Потом приеду. Ну, чё вы? Сорванцы. Гугуськи. И вы мои хорошие. Все уже, да? Гусечки мои. Красавцы какие. Ну, видать, у них тут иерархия. А я переживаю уже, думаю, это, блин, грязная вся. Думаю, поеду, проеду по речке. Нету, на болото на это приплыла. Господи, приехала, нету. Они же здесь. Вы мои хорошие, гусечки мои. Гусеньки мои. А это прошлогодние. Так что все мои детки, выкормыши здесь. Одного нету мальчишки прошлогоднего. Что, гуськи? Это ваши братики старшие. И вы мои хорошие, гусеньки мои. Да, гусечки мои, узнали, видать, голос. И вы мои красавцы. Выходили на берег. Ну все, пошли во взрослую жизнь. Маманя с папаней уже их отделили. Видать. А я еще ничего не принесла, не привезла. Гостинцев я не думала сюда ехать. Давайте всем доброго, благословенного дня. На расстоянии эти тоже повылазили, общипываются. И вы мои хорошие, гусечки мои. Да, вы мои красавцы. Ну, сейчас только не видно, крылышки, если. Вроде не видно, чтобы обрезанные были. Может, их никто и не ловил, никто не это. Крылья вроде не обрезаны. Вон она, кнопка. Все, поехала я работать. Субботу отправка. Уже буду отправлять последние растения. Всем здоровья, добра. Аж не верится, что когда-то это были малыши. Да, ты мой хороший. Шипучка. Это шипучка. Да, шею вытяну. Шипучка. Шипучка. А я вон как реагирует. Ты мой шипучка золотой. Да, ты шипучка. Это кнопка. Все, уезжать не хочется, но надо ехать работать. Давайте, всем доброго дня.